Цвета, которые ты носишь и видишь, влияют на то, как ты себя чувствуешь и как видишь этот мир. Но знаешь ли ты, что твое сердце тоже имеет цвет? Хотя это не видно другим, где-то глубоко внутри ты можешь почувствовать это. Сегодняшний тест как раз поможет тебе в этом. Итак, приступим. 10 вопросов по 5 секунд на каждый. Не забудь считать звезды. Итак, вопрос номер один. Какой десерт ты скорее съешь, когда расстроена? Торт, сладкий пирог, мороженое. Второй вопрос. Что может быстро испортить твое настроение? Учеба, люди, дождь. Вопрос номер три. В твоем голосе присутствует саркастический тон. Да, и я горжусь этим. Нет, это не про меня. Только когда меня кто-то раздражает. Вопрос номер четыре. В твоем сердце есть секреты? Да, но это секрет. У меня нет никаких секретов. Я не уверена, но может быть. Пятый вопрос. Ты бы предпочла иметь слишком много друзей или совсем не иметь друзей? Иметь слишком много друзей, совсем не иметь друзей, а среднего варианта нет? Шестой вопрос. Ты в душе больше кошка или собака? Кошка. Я счастливая рыбка. Собака. Вопрос номер семь. Как часто ты слушаешь свое сердце? Только когда оно себя хорошо чувствует. Не часто, довольно часто на самом деле. Вопрос номер восемь. Как ты вообще чувствуешь себя в течение дня? Счастливо? Разбито? Напряженно. Вопрос номер девять. Если бы твое сердце было чем-то вроде леденца, какой у него был бы вкус? Клубника, ваниль, шоколад. Вопрос номер 10. Если бы твое сердце могло летать, куда бы оно тебя привело? В место, где я была бы счастлива. К моей второй половинке. Вокруг света. Я тебя поздравляю, ты сделала это. Тест пройден, теперь осталось подсчитать результаты. Итак, сколько же звезд у тебя получилось?
Если от 10 до 14 звезд, то твое сердце синее. Твое сердце более грустное, застенчивое и напряженное, а это значит, что оно синего цвета. У тебя немного друзей, потому что ты ценишь независимость. Тебе не хватает уверенности в себе, но ты действительно очень мудрый и умный человек. Не надо себя недооценивать. Ты находишься на пути к лучшей версии себя. Если у тебя получилось от 15 до 20 звезд, то твое сердце красное. У тебя огненное и дерзкое сердце, а это значит, что оно красного цвета. В твоем сердце страсть, а ты очень откровенный и уверенный в себе человек. Тебе нравится общаться с людьми, у тебя много друзей, но иногда тебе хочется побыть наедине с собой. В твоем сердце немало секретов. Если твой результат от 21 до 25 звезд, то твое сердце желтое. Ты солнечная личность с оптимистичным взглядом на жизнь, а это значит, что твое сердце желтое. Ты тяжело переживаешь стресс и полагаешься на поддержку своих друзей и семьи в трудные времена. У тебя в сердце не так много секретов, так как ты открытый человек. В настоящее время ты находишься на пути к успеху. Если ты набрала от 26 до 30 звезд, то твое сердце розовое. У тебя счастливое и спокойное сердце, а это значит, что оно розового цвета. Сердце символизирует романтику для тебя, и иногда ты страдаешь от любви и привязанности. Из-за этого ты часто чувствуешь себя потерянной. Но все же ты больше полагаешься на логическую сторону своего мозга, чем на свое сердце. Своим результатом обязательно поделись в комментариях. Мне будет интересно узнать, каким цветом твое сердце. Также не забудь поделиться этим тестом с друзьями, вдруг им тоже будет интересно. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем отличного настроения. Пока-пока!